Что же, друзья, наконец-то свершилось. Саша Лифтер Сидякин покидает Республику Башкортостан, махнув лысым хвостиком, господин Сидякин отправляется на работу в Москву, куда иначе, как в аппарат партии «Единая Россия». Мы вообще много слышали всяких легенд и версий о том, как скоро Саша покинет Башкирию и займет там руководящий пост. Он распускал слухи, как он станет губернатором, потом как станет министром, там, ну и вообще. Однако пришлось согласиться на самый стыдный и самый такой скудный вариант возглавить там какую-то структуру «Единой России». Ну, наверное, никто не будет со мной спорить, что в России нет более проклинаемой населением организации, как «Единая Россия». Независимые опросы говорят о том, что к этой партии, к этой структуре абсолютное большинство россиян относится негативно. Ну и, собственно, Саша Сидякин нашел себе достойное место и достойное применение. Ну, помимо всего прочего, то, что крысы бегут с корабля, становится абсолютно очевидным. В последние дни у нас министры пишут заявления по собственному желанию. Саша Сидякин в собственный день рождения, вильнув хвостом, умчался уже служить родной партии. Кто займет его место, непонятно. Но, собственно, пока Башкирия радуется. Претендентов действительно много. Там много очень таких породистых, широколицых претендентов и из числа вице-премьеров, и из числа сотрудников администрации главы. Тот же Кельсенбаев спит и видит, как он станет главой администрации, потирает свои ручки. Но, повторюсь, многие радуются уходу Саша. Вчера, ближе к вечеру, в районе телецентра раздалось затяжное торжествующее «ЕС» в исполнении Ксении Шевыревой, которая уже изнемогла тут в этой дикой Башкирии сожительствовать с Саша и теперь будет с удовольствием проживать в столице нашей родины, города Москве. Ну, в общем, поздравляю всех, ждем новых кадровых решений, как говорит Ради Фаритович, новых назначений, новых интриг. Жизнь продолжается, и слава богу, уже без Саша Сидякина.